Всем привет, меня зовут Света, добро пожаловать на мой канал. Вяжу новый процесс, это будет джемпер в подарок, и поэтому мне нужно закончить его обязательно к Новому году. Но вообще у меня два вязаных подарка, поэтому я рассчитываю в ноябре уже закончить джемпер. И, в принципе, мне кажется, я быстро иду. Вот я здесь расставила маркеры, как я вязала. Вот сколько я? Раз, два, три, четыре, пять дней вяжу. Мне кажется, я неплохо продвинулась. Это пряжа Yarnard Silky Royal, и здесь 35% искусственного шелка и 65% мериносовой шерсти, 50 граммах, 140 метров. На тройке я вязала горловину, на 2,5 сделала ложную кетлевку, вязала кетлевку первый раз, но мне кажется, получилось аккуратно, и на 3,5 вяжу основное полотно. Это джемпер на обхват груди 96. Пряжа мне нравится, вязать из нее приятно. И цвет очень красивый. Цвет, кстати, 433. Я заказала 8 мотков, но мне кажется, что не хватит. Это у меня уже, по-моему, 5-й моток пошел. Думаю, придется дозаказать. Я постараюсь в ближайшее время его закончить, точнее, связать все мотки, какие у меня есть в наличии, и заказать уже то количество, которое мне нужно. И параллельно с этим я вяжу свой розовый джемпер. Продвинулась я немного, вот от золотого маркера. Но так как у меня подарок в приоритете, поэтому джемпер буду вязать как успеваю, как получится. Но до конца года я рассчитываю его добить. Вот так вот он будет выглядеть, очень красивый. Насчет ажурного узора я не знаю. Что-то мне уже тот не нравится, поэтому, скорее всего, я буду другой вязать. Ну, не знаю, это я по настроению посмотрю. И также у меня есть готовая работа. Это мой фиолетовый джемпер из Alize Superlana Classic. Весь он в кадр не помещается, я вам прикреплю фото, как он на мне выглядит. Он уже после стирки, возможно, рядность осталась, но меня это не напрягает. Рукава вязала прямые, с узкими манжетами. Цвет почти верно передается. Горловину я вязала на спицах 2,5, основное полотно на 3,5, и манжеты по рукавам и по низу джемпера на тройке. Когда вязала, пряжа мне казалась какой-то акрилистой и скрипучей. Но после стирки она распушилась, и полотно достаточно мягкое стало и пластичное. Я довольна работой, мне нравится. Джемпер не оверсайз, сидит по фигуре. В принципе, я такой хотела. На этот джемпер у меня ушло почти 3 мотка. И вот все, что осталось от третьего моточка. Я думаю, можно куда-нибудь это применить. Вообще, я покупала целую упаковку, и у меня в наличии еще 2 целых мотка. Я вот думаю, может быть, мне совместить с каким-нибудь махером и связать себе шапку. Либо какую-нибудь жилетку. Как раз 2 мотка хватит. Но пока я вязать не буду. У меня сейчас другие процессы. Джемпер еще не носила, но в ближайшее время планирую его обновить. Вот. Так что работой я довольна. Узор получился незатейливый, но, мне кажется, придает какое-то очарование джемперу. Все-таки лицевой гладью он бы смотрелся совсем по-другому. А с ажурным узором он кажется таким нежным, прям девчачьим. Мне очень нравится. И цвет красивый. Ну что ж, побежала я вязать подарки к Новому году. Буду подключаться и показывать вам свои продвижения. До следующего включения. Пока-пока.